лошади. Животных начало больше за городом гулять. Ой, красиво, мне лошади вообще нравятся. Да. Раньше, в советское время, стада баранов гуляли. Вот когда такое вернется время? О, сколько много было баранов-то. Тоже вернется, наверное. А сейчас это, я вот как-то возил за такси одного, да, вон это, гулять сам. Вот ведь ей такой говорит, кому бы продать-то, блядь, свою ферму, там, то есть, бараны, лошади, коровы. Там 16 миллионов, говорит, стоит ферма. Вообще же классно же. Сейчас начнется импортозамещение, продовольственная безопасность. В деревню уехать, хозяйство завести и жить там. А что вот на такой природе, на берегу реки, что не жить? Ну что выпить рюмку водки там, две? Водка, она все равно, вот это спиртное, да, успокаивает. Какие таблетки вам так не помогут? У меня бывает нервоз, да? Я это... Раз, маленечко пивного употребишь, все, махом отпускает нервоз это. А таблетки, они вредные. Это точно. Но, ну, поняли, да? Понятно. Уже подъехали, что ли? Да, все, подъехали. За мостом уже дача. Добрый день, дорогие друзья. За нами Улан-Удэ. Вот там вот, за спиной у меня. А река, которую мы с вами видели, вон течет. Там дачи. На такси можно вот... Мы, короче говоря, приехали за город. На берег Селинги. Посидеть на даче. Перейти в режим дегустации, вот так немножко побалдеть. Пойдемте, я вам покажу Селингу. И вот дачи стоят, смотрите, на берегу реки Селинги. Это река Селинга, самая большая река, которая впадает в Байкал. Вот пригород Улан-Удэ, ближайший пригород это считается, правильно? Остров Почтовый. А вот это вот остров Почтовый, друзья. Да. А дальше туда вот она течет, впадает в Байкал, Байкал, Байкал. Байкал это целое море, чтобы вы понимали. А вот сегодня здесь... Вот посмотри, лежит дракон. Старый дракон такой, смотри. А, горы, да? Красиво, да. Гора драконий. Вот не перейти ли нам в режим дегустации, Андрей Ильич, как вы считаете? Ну, есть предложение, нет возражений? Никаких возражений нету, но вот этот дракон, посмотри, дракон. Да, дорогие друзья, ну что ж, традиционно, как мы с вами это умеем и любим, переходим в режим дегустации. А вы пока полюбуйтесь еще раз красотой моей родины, родной Бурятии, солнечной Бурятии. Это наши Селинги. Да, это республика по количеству солнечных дней в году занимает второе, по-моему, место, да, в стране. Здесь количество солнечных дней больше, чем... Если не первое. Если не первое. Здесь все время солнце, и зимой, и летом. А мы сейчас будем купаться, но это останется за кадром. Дорогие друзья, вести съемку в режиме дегустации по большому регламенту считается непрофессиональным, поэтому желаю всем хорошего лета. Я нахожусь, мало того, что на родине, для меня после четверти века проживания в Москве, я нахожусь на курорте. Вот моя родина превратилась для меня в курорт. Вот, отдыхаю. Сегодня, вчера было 29, сегодня 28 градусов. Отдыхаю. Да, солнце очень сильное. Жаль. Короче говоря, приезжайте в Бурятию, оставайтесь с нами, следите за новостями. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. Будете в Бурятии, Байкал. Приезжайте на Байкал. Иду гуляю по родине, друзья. Вот посмотрите. Надо поймать маршрутку, доехать до Улан-Удэ. Улан-Удэ там. Иркутск в ту сторону.
Там вот мы с вами были на дачах перед этой вот горой. Течет Селенга, впадает в Байкал. Иволгинский район написано. Иду гуляю. Вот посмотрите. Дождь начинается. Иду, душа поет. Я кайфую на родине, друзья. Лучшее место на земле лично для моей души — моя родина. Ничего мне больше не надо. Не нужен мне берег турецкий, чужая земля не нужна. Я вернулся домой. Всем привет из Сибири, из Восточной Сибири, из Бурятии, друзья. Быть добро!